Всем доброе утро, не волнуйтесь, и, пожалуйста, я никуда не пропала, просто я сейчас на Коста-Рике. Мы с моим молодым человеком решили себе устроить небольшие каникулы, мы проехали часть Мексики, и сейчас мы на 3 недели остановились на Коста-Рике. На данный момент мы в чудесной бухте на побережье, она называется Санта-Тереза. Санта-Тереза – это вот такая вот бесконечная линия побережья, это Тихий океан. С одной стороны Коста-Рику омывает Тихий океан, с другой – Карибское море. Все серферы уже в волнах, так же, как и мой молодой человек. И в то время, пока он покоряет волны, я попробую вам быстренько рассказать о своих бьюти-новинках, которые я обнаружила здесь, за океаном. А вот, собственно, и та бьюти-находка, о которой я хотела вам рассказать. Это шампунь, кондиционер и масло для волос от марки OGX Beauty. Это американская марка, в России она особо не представлена, во всяком случае в России я о ней ничего не слышала и не видела, и я не натыкалась на нее в профессиональных магазинах, а вот путешествия по Мексике достаточно много в журналах и в рекламе где-то видела именно продукцию этой марки. OGX Beauty – это американская марка, у них достаточно большая линейка различных шампуней и кондиционеров. Я для себя выбрала вот эту вот синенькую линейку, это Renewing Argan Oil of Morocco с аргановым маслом, и из этой же линейки я взяла вот такое вот масло Penetrating Oil, оно для всех типов волос. Собственно, шампунь и кондиционер тоже подходят для всех типов волос. В этой же линейке есть еще и маска, но маску я брать не стала, я решила обойтись шампунем, кондиционером и маслом. Но почему выбрала именно эту линейку? Потому что поездка, потому что солнце, соленая вода, плюс ветер, цвет волосы сушают, и моя задача их напитать, их увлажнить и поддерживать здоровый вид и блеск моих волос. В данном случае и шампунь и кондиционер объемом 385 мл, то есть практически 400 мл, и масло объемом 100 мл. Вот такие вот баночки. Я знаю, что есть и travel size, и шампунь и кондиционер, по маслу не знаю, я думаю, что полноразмерный только продукт. В среднем я заплатила за каждую из позиций около 8-9 долларов. Вчера уже второй раз помыла шампунем и кондиционером этой марки, использовала масло. Что могу сказать о результате и о своих ощущениях? Результат от использования данной линейки мне очень-очень понравился, он действительно другой. Если после Macadamia Oil, моей любимой линейки, которую я вожу с собой, в том числе в поездках, волосы очень-очень мягкие и шелковистые, после использования этой линейки они пожестче, они более уплотненные, они... По ощущениям другие, ощущения точно отличаются. Нравится, не нравится, еще до конца не совсем поняла. Масло точно отличное, масло 100% мне нравится. Шампунь и кондиционер вместе. Для меня несколько непривычна жесткость моих волос, потому что я привыкла, что они более мягкие, более комфортные.